большой выбор пальто на любую фигуру. Европейский стиль, итальянские ткани, классическая сдержанность. Сеть фирменных магазинов-салонов «Классика». Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Одежду ведущим прогноза погоды предоставила сеть салонов женской одежды «Классика». Большое поступление новых моделей пальто и курток. Все лучшее для наших клиентов. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на вторник в Заурале заглянет антициклон, благодаря чему ненадолго распогодится. Днем же регион окажется в тылу циклона, из-за чего небо нахмурится. Кое-где прольются скоротечные дожди, а температурный режим окажется на 4-5 градусов ниже своей климатической нормы. В Екатеринбурге плюс 8, плюс 10, в Тюмени плюс 9, плюс 11, в Челябинске 10-12, кратковременный дождь. В Кургане ночью переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 3-5. Днем в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба. 1 сентября солнечная активность умеренная, гемагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!